Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена павших. 3 года, 10 месяцев, 18 дней длилась Великая Отечественная война. Она унесла десятки миллионов жизней. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в фашистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу, кто дошел до Берлина и Праги. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, поселках, стертых с лица земли, о сотнях городов разрушенных, но не покоренных. Наши солдаты насмерть стояли под Москвой и Сталинградом, везли хлеб в блокадный Ленинград, принесли свободу узникам Освенцима. Они не захватывали чужие страны, не искали славы, они защищали родину и свои семьи. В день начала войны мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся домой. Минута молчания.